Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, для тех, кто забыл. Да, пришел сегодня в землянку пораньше и что-то так увлекся процессом рабочим, что совсем забыл уже и поздороваться с вами, и вообще рассказать о планах на сегодня. В первую очередь я хочу снять верхний слой земли, ну, хотя бы дровник спрятать, да, вот под этим слоем, и переднюю часть крыши, может быть, и заднюю, посмотрим. У меня сегодня есть с собой газонная трава, то есть максимально выкладываю верхний слой крыши своей землянки грунтом, плодородным слоем почвы, потом посею газон и немножко присыплю песком. Взойдет он, не взойдет, как бы, ну ладно, посмотрим. Как вы помните, в том году я уже сеял газон на крыше, и хочу сказать, что, по-моему, он погиб. Ну, есть тут вот 2-3 травинки, ну, короче говоря, нет. Кстати говоря, сегодня на улице градусов, наверное, 15 уже. Хорошо, что внутри подземного дома прохладно, как будто бы с кондиционером сидишь там. Ну, там всего лишь плюс 10, то есть можно здесь потрудиться, нагреться, а потом пойти туда и охладиться. Ну, а после того, как я выложу крышу почвы и посею газон, займемся очень интересным занятием. Как вы помните, в прошлый раз я говорил о том, что нужно попробовать собирать дождевую воду. И у меня есть несколько идей на этот счет. И сегодня я попробую их реализовать. Поэтому садитесь поудобнее, будем вместе смотреть, что у меня получится. Поехали! Да, как вы уже успели заметить, я немного подготовил бревна для своего будущего водяного накопителя. Там и пленка лежит уже, и специальный поролон, чтобы пленка не порвалась. Ну, скоро все увидите и поймете. Интересно, есть ли сейчас березовый сок? Почки на березах набухли, и я так понимаю, что сок уже поступает по всему дереву, от корней идет вверх. Ничего с собой не взял сегодня. Ну, как вариант, можно гвоздем гвоздь вбить, вытащить потом и какую-нибудь тоненькую соломинку воткнуть
и подставить какую-то тару. Ну, стакан-то у меня точно есть. И проверим, если сок есть, то с удовольствием его попью. Отлично, трубу практически не видно. Давно хотел это сделать. Благо, от сосны кора валялась тут. Как раз и пригодилась. Ну, естественно, конечно, когда я буду топить свою баню или сауну, то по-хорошему нужно кору будет убирать. Либо между корой и трубой проложить слой песка, чтобы кора не загорелась и не подпалить весь лес. Ну что, работа спорится потихонечку, но дело движется. И мне это нравится. Землянка прям становится реально землянкой. Теперь она под настоящей землей будет, а не под песком. Я выложил газоном лицевую сторону фасадную, ну, чтобы было красиво. Посеял газонную траву. И сейчас хочу просто сверху землей немножко присыпать, по возможности, чтобы вот этот желтый песок такой коричневого цвета не бросался в глаза. Земля все-таки почернее, потемнее. Ну что, Береза, угостишь меня немножко соком? Я думаю, стаканчик к концу дня наберется. Что, пожалуй, пора начать копать яму. Задача какая?
Нужно выкопать яму размером примерно 1,80 м на 1,80 м. Ширину и глубину нужно ее сделать 60-70 см. После чего, ну, по типу землянки, сколачиваю короб из бревен, который я приготовил, и вкладываю туда пленку, которая не будет пропускать воду. Данный участок находится под наклоном, и, соответственно, я расстилаю перед моим, так сказать, накопителем тент, и вся дождевая вода, если дожди будут, ну, а они будут очень скоро, вся дождевая вода будет стекать по тенту в мой накопитель. Ну, а там уже посмотрим с вами, что из этого получится. Будет ли вода набираться, первый, да, вопрос. Будет ли вода не испаряться, второй вопрос. Ну и третий вопрос, какое качество воды будет. Как бы, будет ли она со временем населяться насекомыми различными, ну, может быть, водомерками, еще кем-то. Да, даже не верится, что когда-то я смог откопать себе огромную яму под строительство землянки. Так что надо набирать форму после зимы. Это не с бензопилой ходить, пилить дрова, ну или доски. Ну ничего, сейчас за пару месяцев наберем форму. Если вдруг, дай бог, у меня будет набираться вода от давления, пленку будет, естественно, распирать, и ее, она будет давить на бревна, и если там будет какой-то острый краешек, то, естественно, он пленку просто-напросто порвет. Конечно, я максимально подготовился на бревна, я не сразу буду тент накрывать. Сначала я бревна упакую, завернув тент, и потом еще обобью подложкой под ламинат 3-мм. Я думаю, что это поможет не избежать проколов полиэтилена. Ну, в крайнем случае, всегда полиэтилен можно заменить. Вкусно. Такой немножко сладковатый какой-то оттенок у березового сока. Ну, мне вообще нравится. Тем более, пьем не так часто его, раз в год. Надо отверстие заделать только сейчас.
Офигеть, да? 4 собаки. Я, главное, занимаюсь своими делами. Поднимаю глаза. Посмотреть на землянку. Представляете, они зашли в землянку. Потому что я дверь там оставил открытой. Вышли оттуда. И пошли куда-то. А что они там задумали в своей голове, хрен его знает. Я просто замер и не двигался. И под пение птичек они тихо, мирно ушли. А самое интересное, что я спрятал свой ужин, ну вот где береза вон там упавшая, в пластиковый контейнер, убрал мясо и перец красный с сыром. Благо, пластиковый контейнер не особо сильно пропускает запах наружу, и они не унюхали его. А то я бы мог остаться сейчас без ужина и ничего бы не поделал. У меня есть шумовой патрон, но он в рюкзаке, а рюкзак, естественно, в землянке. В следующий раз буду знать и всегда носить с собой сигнал охотника. Ну, мало ли, вот так вот. Сегодня собаки, а завтра лиса придет. Так-то не особо страшно, но тем не менее опасаться следует. Все, так и оставлю здесь это. Сейчас песочком в круг подсыплю, чтобы все аккуратненько было, и можно идти готовить ужин. Да, вот так вот. Весь день мясо пролежало. Температура сегодня плюсовая. Я, как видели, в майке работал. Плюс 12, плюс 15 где-то примерно было. Мясо с утра принес из морозильника. Ну, доехал, то есть 2 часа еще добирался до сюда. За 2 часа оно, естественно, подтаяло немножко, да? И в контейнере положил в снег. Сколько прошло уже? 8 или 9 часов. И до сих пор оно мороженое. Ну вот так вот. Неплохая идея была с холодильником. Yeah, but...
затопил сейчас печку, сижу, и что-то как-то грустно стало, прям грусть накатила. Зима уже кончилась, такие прекрасные вечера были здесь около печки. Вокруг лежал снег, и я мог выйти посредине леса и точно был уверен, что, во-первых, никто здесь не будет гулять, ну вот как, например, собаки, да, сегодня. Да и люди тоже зимой особо-то здесь без лыж охотничьих, либо снегоступов не пройдешь. Да и вообще сама по себе атмосфера была такая прекрасная. Особенно запомнились мне некоторые моменты. Ну, естественно, когда был шторм, это было, конечно, что-то невероятное. Прям на всю жизнь, наверное, это воспоминание останется у меня в моей памяти. Ну, еще мне запомнился момент, когда я копал... А, не копал яму, уже возводил стены во втором помещении. И была какая-то, ну, сумасшедшая погода. Светило солнце, на елках лежал снег. И прям тоже этот момент врезался в память мне. Тоже офигенный просто супер момент, который запомнится тоже на всю жизнь. Ну а сейчас как-то немного грустно от понимания того, что печка топится, наверное, один из последних разов в этом сезоне, потому что уже лето не за горами, и смысла, в принципе, топить печку особого нету. Ладно, давайте плавно перейдем к моему ужину. Сегодня я хочу приготовить перцы, фаршированные куриной грудкой, сыром. А, еще где-то лук у меня лежит, сейчас достану. Я уже это блюдо как-то готовил, и оно мне очень понравилось. Очищаю перец внутренности, срезаю шляпку предварительно у него и наполняю перец сыром, курицей и луком. Заворачиваю в фольгу и ставлю в печку. Ну, я думаю, в печь, да, куда? Костер разводить. Смысла нет, наверное. Да, в печку поставлю сейчас. Заворачиваю все это дело в фольгу. Наверное, имеет смысл завернуть в пару слоев. Остатки мяса тоже в фольге прям так не запеку. Что добру пропадать, зря. Thank you.
засеку, пожалуй, минут 25-30. И потом проверю. Да, сейчас лежу, смотрю на печку и уже прихожу к выводу, что я буду по ней очень скучать. Ну, пока следующая зима не придет. Казалось бы, все ждал так лето, а сейчас понимаю, что это время уже не вернуть, которое я проводил в землянке. Чудесное время. И очень классный этап в моей жизни. Готово. И вкус великолепный. Даже хорошо, что я не добавлял соль, перец. Сыр подплавился. Ну и лучок там еще есть. Не знаю, мне, короче, соль, перец здесь точно не нужны. Такое диетическое блюдо получилось. В то же время очень вкусное. Великолепно. Все-таки они здесь рядом. Это были лосиные следы в прошлый раз. Вон он идет.
Прям вот в 100 метрах прошли. Да, теперь это утро просто великолепное. Просто отличное. Фиг с ним, со сном очень хорошо и просто классно, что я проснулся так рано, в 6:30 утра, и смог увидеть аж 5 лосей. Шикарно. Да, удалось вчера много дел сделать, ну а в следующий раз доделаю водяной накопитель и попробуем собрать воду. Это был канал «Лесной строитель». Спасибо, что посмотрели до конца. До новых встреч. Пока-пока.